10 августа Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета совместно с IT-компанией «Акбарс цифровые технологии» запускает бесплатный образовательный курс «Разработчик мобильных приложений под iOS». На протяжении 6 месяцев студенты КФУ в дистанционном формате будут изучать языки программирования, а также научатся создавать мобильные приложения на платформах Android и iOS. Программа построена таким образом, что будет и теоретическая часть, ребята будут всегда заниматься дистанционно, в основном вечернее время, что можно совместить и работу, если вы, ребят, работаете, и учебу, в основном вечернее время и по субботам. Сам курс будет длиться 6 месяцев, 3 из которых теория, затем стажировка. Практику участники курса будут проходить в IT-компании «Акбарс цифровые технологии». Их задачей станет решение определенных задач для банка. Приложений для бизнеса, реализация каких-то проектов именно банковских. То есть это полноценная боевая среда. То есть они и учатся, то есть получают классическую теорию и сразу же уже разрабатывают, делают продукт для банка. Помимо студентов КФУ записаться на курс сможет любой желающий. Однако главный критерий – это базовое знание языков программирования. У нас будет 3 курса. Это системный аналитик, разработчик мобильных приложений под iOS и разработчик на языке .NET. После прохождения курсов следует обязательное трудоустройство в банк сроком на 1 год. По словам организаторов программы, на данный момент множество сфер в деятельности нуждаются в IT-специалистах, поэтому опыт, который участники получат в ходе курса, станет хорошей возможностью научиться чему-то новому и продолжить деятельность в IT-сфере. Лев Диденко, Булат Садыков, Универ Ньюс. Thank you.